здесь. А, вот все нечетко. Запись. Настроиться сейчас. Смотри. А, вот. О, снимаем. Сегодня 10 февраля. Мы вот вышли тут по делам. Заодно решила снять. Это вот наш рынок. Весь перекопанный. Абсолютно. Уже 2 года копают. Ну, надеюсь, что все сделают хорошо. Вот мне очень нравится, какие пути сделали здесь. Вот такие пути, такие вот красненькие фонарики. Потом вот зеленые фонарики. Это, видимо, показывают, как поезд куда должен, то есть это трамвай должен идти. Зеленый идет, красный стоит. Вот, снимаем мы на новое наше, на планшетик. Не знаю, какое видео будет. Это вот такая вот улица. Забыла название какое. Сегодня уже темно, солнца нет, не знаю, получится или нет. Здесь уже это поремонтовали улицу, такая гладенькая получается. Ну, посмотрим, как будет дальше. Куда теперь нажимать? Такой дом, давно в Мещине были. А вот это вот костел евангелицкий. Вот. Не католицкий, а евангелицкий. Жалко, уже освещение плохое, уже вечер. Так, лучше стало. Вот на этом месте тоже, наверное, какой-то дом был. Снесли. Вот такое здесь пространство получилось. А какая это улица, Кость? 3 мая. Это улица 3 мая? Угу. Не 1 мая? 1 мая. А, это улица 1 мая. Потом 3. Уличка. Можешь вот так вообще приближать. Никакого. И наводишь. Наводишь и приближаешь. Вот. Лучше так. Ничего не надо тут не это самое. Уже, считай, конец зимы. А зимы-то у нас и не было. Снег 1 или 2 раза только выпало. Так сейчас вот совсем практически и не холодно. Вот такой костёлечек. Люди идут. Людей не очень много, мало, можно сказать. Вот, а мне нравятся вот такие здесь столбики вот против машин. Вот они красные, сейчас горит огонек, значит, и они подняты. А потом, когда машина едет, они тут нажимают, и эти столбики вжик вот так в землю опускаются, и машина проезжает. Вообще классно. Мне вот это вот интересно так, нравится. Это улица... Забыла, как улица. Ну, вот такие улицы. Вот. И тоже народу, в общем-то, мало. А это не на этой улице этот магазин водки-то? На этой. Слева. Потом выйдем. Ой, еще елки стоят. Хотя уже они и не должны стоять здесь после 1 февраля. Все уже заканчивается, рождественское, новогоднее. Но здесь почему-то еще не убрали. Это вот такая красивая улица, улица Моряцкая. И она упирается вот в Моряцкий костел. Очень красивый этот костел, мне он нравится. Он такой небольшой, но прям такой вот весь изящный, изящный. И такая вот улица тоже гулятельная, пешеходная. Здесь много народу летом бывает. Но сейчас еще не сезон. Симпатичная улица. Здесь, а чё, ее уже нет? Закрыто. Здесь был такой интересный магазин, прям назывался «Рюмочная водка», типа все по-советскому.
Ну, не пошло, закрылось почему-то. Вот какой интересный гитарист висит на растяжке. Вот такая наша улица Моряцкая.